Вот 10 советов для того, чтобы сделать звук громче, не внося искажений. Сейчас ты узнаешь, как извлечь из этого трек. Перейдем вот к этому. Если ты хочешь сохранить динамический диапазон и получить микс, который звучит великолепно, даже когда ты загружаешь его на Spotify, но при этом у тебя есть мастер, который звучит громко и конкурирует со всей остальной музыкой, тогда посмотрите это видео до самого конца. Мы собираемся углубиться очень глубоко, но в конце у тебя появится большая ясность в том, как можно использовать такие инструменты, как обрезка, ограничение, насыщенность, сжатие и некоторые другие методы, чтобы получить действительно громкие, динамичные, четкие и чистые изображения. В конце у меня также есть для тебя бонусный совет, который полностью изменит твое представление о процессе микширования. Так что обязательно дочитай до конца. Итак, в этом видео у меня есть для тебя 10 советов. И первый совет заключается в том, чтобы правильно обрезать волосы и убедиться, что ты правильно пользуешься машинкой для стрижки волос, когда дело доходит до мастеринга. Так что если ты не знаком с тем, что такое обрезка, то это фактически другой способ управления быстротечностью звука, и это в отличие от сжатия или ограничения, которые просто уменьшают пиковые значения при срабатывании ограничителя или компрессора, а затем снова увеличивают громкость. Машинка для стрижки волос на самом деле сбривает верхнюю часть волос и просто срезает ее. И это может звучать действительно радикально, это может звучать действительно агрессивно, но часто на самом деле это более прозрачный способ отрезать некоторые из этих переходных процессов. Потому что вы получаете только самую верхнюю часть из-за переходного процесса, и часто мы действительно не можем этого услышать. И это может быть всего несколько сэмплов. А затем мы отсекаем их, и это означает, что если мы добавим ограничитель впоследствии, у нас будет меньше пиков, и мы снизим этот пиковый уровень, может быть, на половину децибела. Или на децибел. А вот в этом-то и есть настоящее золотое дно. Если мы хотим получить действительно громкий звук, прозрачный и без искажений, то речь идет о том, чтобы просто сбросить половину дБ. Треть дБ, может быть 1 дБ, с помощью множества различных инструментов в последовательности, а не просто использовать один ограничитель и снижение уровня игры на 2-3 дюйма Б. Позволь мне просто показать тебе это. Итак, вот здесь у нас есть машинка для стрижки волос, а вот это довольно тонкая настройка. Вот что я действительно использовал в финальном мастер-классе, это немного мягкого обрезания, и я просто сделаю вот это. Так что, как вы можете видеть, я отрегулировал порог здесь так, чтобы он просто улавливал некоторые из этих пиков и был не очень слышен. Все, что мы слышим, когда я включаю плагин, это то, что воспринимаемая громкость немного повышается, потому что теперь это немного увеличивает выходную мощность. В нем есть своего рода функция автоматической игры, которая немного увеличивает выходную мощность, потому что мы создали больший запас мощности. А затем, если я передвину свой измерительный инструмент сразу после этого, мы сможем посмотреть, как он влияет на уровень воды. И вот что сильно отличается в сортировке по сравнению со смешиванием, так это более объективный аспект, когда мы можем смотреть на цифры и мы можем посмотреть на результаты измерений. А также на пиковые уровни деревьев, пиковые уровни, среднеквадратичные значения и т.д. Мы можем посмотреть на все эти вещи, проанализировать инструменты и посмотреть, что они делают с динамическим диапазоном, посмотреть, что они делают с пиковым уровнем, и поразмыслить над этим гораздо более математически. Вот, к примеру, здесь мы можем просто посмотреть, хорошо, с помощью этой машинки для стрижки волос, давайте посмотрим, как это повлияло на наш пиковый уровень. А в измерителе карты, который я использую, указан истинный пик, а затем мы также посмотрим, как это повлияло на наш пиковый уровень. Воспринимаемая громкость. И в данный момент у меня есть этот набор для кратковременного измерения громкости звука. То есть более короткого периода измерения за последние пару секунд того, насколько громко это звучит, как это воспринимается нашими ушами. Именно в этом и заключается цель программы LAVS — измерить, как люди воспринимают громкость звука. Это даст нам хороший объективный показатель того, какова здесь воспринимаемая громкость. Насколько громко это будет звучать для людей. Давай обойдемся без машинки для стрижки волос. Давайте определим некоторые значения. Вот так мы и поступим. Истинный пик 6,9 балла, 20,5 балла смеха, 6,925 балла. Хорошо, так что теперь у нас те же самые лафы, то есть та же воспринимаемая громкость 20,5 балла. Но мы снизились с 6,9 балла на пике до 8,4 балла. И вот тут-то и начинается математика, потому что теперь мы можем подумать, хорошо, а какой запас прочности мы приобрели для себя одним этим ходом? Вот и все. 6,9 плюс 8,4 балла, и мы получили разницу в запасе мощности в 1,5 дБ, практически не изменив того, как это звучит. И если ты действительно постараешься, то, возможно,
сможешь немного расслышать, как на этих пиках что-то происходит. Но это настолько приходящее по своей природе, что конечный слушатель, я не собираюсь этого слышать. Мы не собираемся вводить искажения или что-то в этом роде, но мы обеспечили себе запас хода в 1,5 дБ. Это означает, что мы можем увеличить громкость всего трека на 1,5 дБ. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что отсечение является важным приемом для получения громких звуков без искажений, даже если это может показаться нелогичным. Мягкое отсечение хорошо, если вы хотите получить более округлый насыщенный звук, в то время как жесткое отсечение часто бывает немного более прозрачным. И мы просто собираемся уловить эти пики. Честно говоря, и то, и другое может сработать. Если мне нужно более прозрачное звучание, то, как правило, я предпочитаю жесткую обрезку. Если мне нужно более насыщенное звучание, и я хочу немного снизить порог, чтобы действительно привнести какое-то новое гармоническое содержание, тогда я буду использовать мягкую обрезку. Но если ты буквально просто купишь стандартный клип и просто загрузишь его с настройками по умолчанию, то все, что тебе нужно сделать, это нажать кнопку управления клипом до тех пор, пока ты не начнешь замечать, что улавливаешь некоторые из этих пиков. Это все, что тебе нужно сделать. Это будет иметь огромное значение для всех нас. Хорошо, во-вторых, это ограничение освещенности. И причина, по которой я говорю об ограничении освещенности, заключается в том, что чем больше ограничений вы используете, тем больше искажений вы привнесете. Если вы используете ограничение освещенности и применяете только половину дБ, 1 дюйм уменьшения яркости, то у вас гораздо меньше шансов внести какие-либо искажения в материал. И опять же, подход здесь заключается в том, что мы используем целую кучу различных процессов, сокращающих половину дБ, 1 дБ, каждый раз по полтора с помощью этого клипа. Вместо того, чтобы просто нажимать на один ограничитель и уменьшать коэффициент усиления на 3 дюйма Б, потому что именно тогда вы начинаете попадать на территорию реальных искажений. Если я установлю свой последний ограничитель вот здесь, а это будет последний ограничитель в сигнальной цепочке, ты увидишь, что на самом деле я не применяю таких больших ограничений. Так что у нас нет даже децибела, и он поступает только периодически. Мы просто улавливаем эти пиковые значения. Это не значит, что мы постоянно включаемся или что-то в этом роде. Я добавляю сюда еще больше вырезок, и это помогает нам, а также делаю акцент на переходных моментах. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, это совершенно другое видео. Но идея здесь заключается в том, что ограничение света в отличие от сильного ограничения, это то, как вы становитесь более громкими мастерами. И это может показаться нелогичным. Конечно, вы могли бы подумать, что для более громких мастеров вам нужно больше ограничений. Но опять же, на самом деле это множество маленьких толчков, каждый из которых настолько незаметен, насколько это возможно, и мы сокращаемся этот динамический диапазон, а затем увеличить общую громкость звука. И если говорить в данном контексте, то этот мастер — это. Он смеется. Так что мы выходим на соревновательный уровень, не применяя действительно жестких ограничений. И вот еще что. Я нахожу, что это в некотором роде приятное местечко. На самом деле тебе не нужно подниматься намного выше минус 12, потому что именно до этого уровня Spotify собирается довести ситуацию в любом случае. И многие подобные сервисы собираются поставить ее именно на это место. Но мне нравится быть немного более агрессивным, чтобы я мог просто отправить клиенту один мастер-класс, и они могли использовать его везде. И он достаточно конкурентоспособен, чтобы хорошо звучать на компакт-диске, в любом другом подобном месте или если он не соответствует громкости. Но тогда это не так, мы настолько сжаты, что жертвуем динамическим диапазоном, вводим искажения, чтобы просто загрузить видео на Spotify, где оно все равно будет отключено. Но ты абсолютно точно можешь добраться до этого сладкого местечка без каких-либо серьезных ограничений. Позже я еще вернусь к ограничению и расскажу о последовательном ограничении тоже, но я забегаю вперед. Хорошо, номер 3 — это только быстрое сжатие. Большинство людей понимают, что сжатие приведет к уменьшению динамического диапазона. Когда мы думаем о сжатии, это часто первое, что приходит нам на ум. Конечно же, мы сжимаем как сигнал, так и динамику. Но часто то, что вы делаете с компрессором, на самом деле является прямо противоположным. Вы увеличиваете динамический диапазон, используя медленное время атаки, чтобы пропустить переходный процесс, а затем подавить остальную часть звука, что эффективно увеличивает переходный процесс по отношению к остальным. И теперь мы увеличили динамический диапазон, дальность действия. Так что позволь мне просто показать тебе здесь один пример вместо того, чтобы объяснять это. Так что я собираюсь использовать визуализатор сжатия здесь, чтобы показать тебе вот это. Так что если мы снизим порог, то здесь мы увидим, что зеленый цвет — это исходный сигнал, синий — сжатый сигнал. А затем эта красная линия — это то, что мы делаем с исходным сигналом, для того, чтобы сбить его с ног. И если у нас действительно медленная атака, и мы снизим порог, а затем увеличим коэффициент усиления, чтобы получить пик на аналогичном уровне, это, вероятно, составит около 1.5. Так что теперь у нас есть пик на том же уровне, но тело и сустейн на самом деле ниже. Все, что мы здесь сделали, это увеличили динамический диапазон. Теперь разница между самым низким и самым высоким уровнем этого звука значительно возросла. В таком случае, если бы мы хотели достичь такого же среднего уровня, как этот, ну что же, смотрите, наш пик буквально зашкаливает за все рамки. А теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы ускоряем время атаки. Мы начинаем улавливать этот переходный процесс и снижаем его, а затем, если мы доведем его сейчас до того же пикового уровня, хорошо. Так что теперь синий цвет означает, что средний уровень на самом деле выше.
Мы снизили пиковый уровень и повысили средний уровень. Все не так просто, так как сжатие приводит к сжатию динамического диапазона. Это действительно зависит от времени атаки. А когда мы думаем о действительно быстром времени атаки и высоком коэффициенте усиления, то это по сути является ограничителем. Если вы занимаетесь мастерингом и вашей целью является повышение громкости, то на самом деле сжатие иногда может противоречить здравому смыслу. И вы непреднамеренно увеличите динамический диапазон вместо того, чтобы уменьшить его. Конечно, сжатие по-прежнему является невероятно важной частью процесса мастеринга, но это не обязательно касается громкости. Потому что громкость не является это единственное, о чем ты думаешь, когда осваиваешь мастерство. Это еще и тон, это вибрация, это ширина стереозвука, это характер, это резкость. И все это мы можем контролировать с помощью сжатия. Лично я нахожу, что часто использую сжатие в марсианском контексте, если я работаю с рок-музыкой или чем-то еще, это и есть гитарный бас. Потому что он действительно является неотъемлемой частью добавления этой энергии в трек за счет использования медленного времени атаки, большего выделения этих переходных процессов. И просто придания большей остроты всему произведению. Но если я работаю с хип-хопом, поп-музыкой или чем-то сугубо электронным, я часто вообще не использую никакого сжатия. И вы можете видеть, что в этом мастер-классе в буквальном смысле нет никакого сжатия в этой цепочке. Так вот, это не значит, что вы не можете использовать сжатие. Просто имейте это в виду и знайте, что если ваша цель сделать громкость прозрачной, то вы можете использовать сжатие абсолютно, но возможно на самом деле вы сделаете шаг назад с помощью сжатия. Ты добавляешь вырезку, делаешь шаг вперед, может быть немного ограничиваешь свет, делаешь еще один шаг вперед, а затем думаешь, знаешь, что это должно быть немного ярче. Я хочу добавить немного атмосферы к этому, а также немного насытить. Используя при использовании какого-нибудь аналогового моделирующего сжатия или аналогового компрессора, вы можете сделать небольшой шаг назад, и это совершенно нормально. Но в контексте этого видео, когда мы изучаем способы увеличения громкости без добавления искажений предельно прозрачным способом, сжатие поможет достичь этой цели только в том случае, если вы будете использовать быстрое время атаки. Так что я думаю, что этого контекста для данного видео вполне достаточно. Конечно, сжатие по-прежнему невероятно важно, и вместо этого я собираюсь предоставить вам этот PDF-файл, в котором вы сможете ознакомиться с рабочим процессом сжатия и понять, почему вы будете использовать сжатие в марсианском контексте. В каком объеме использовать, независимо от того, следует ли использовать медленное время атаки, быстрое время атаки или что-то в этом роде. У меня есть вот этот PDF-файл, который ты можешь скачать бесплатно. Просто нажмите на ссылку под этим видео в описании, введите адрес электронной почты, я сразу же отправлю его вам. И вы сможете использовать это для того, чтобы четко понять, когда мне следует использовать сжатие, а когда нет. И это всего лишь поможет тебе пройти через весь процесс сжатия. Последнее, что я добавлю здесь, это то, что в отличие от обычного сжатия, при котором вы потенциально увеличиваете динамический диапазон, если не используете быстрое время атаки. Параллельное сжатие совершенно другое, и это действительно отличный способ повысить качество средний уровень мастера, не затрагивающий пики мастерства. Параллельное сжатие, если ты еще не знаком с этим. Это, по сути, то же самое, что создать дубликат трека, сжать его, а затем поместить под него. В наши дни часто в этом нет необходимости. Вместо этого ты можешь просто воспользоваться ручкой микширования. Так что если бы я захотел загрузить компрессор, даже обычный компрессор внутри Logic, у нас есть эта ручка микширования, которая позволяет нам очень быстро и легко вводить параллельное сжатие. А если мы установим достаточно быстрое время атаки и время отпускания, чтобы компрессор действительно качал, более высокое передаточное отношение, более жесткое колено. Так что это будет довольно агрессивно. Тогда мы сможем смешать все это с нижним слоем. И это довольно агрессивно, но эффективно мы раздавливаем его, а затем поднимаем под основной звук, под дорожку, чтобы эффективно повысить нижний уровень шума. И как бы среднюю громкость, не влияя на пиковые значения. Это означает, что в краткосрочной перспективе мы увеличиваем наши показатели громкости. Нашу воспринимаемую громкость без увеличения нашего истинного пика и, следовательно, съедаем запас прочности. Еще одна отличная техника и плагин, который мне очень нравится за это Leapwing Dyne One. Это в значительной степени то, чем я всегда пользуюсь, и на самом деле это параллельное многополосное сжатие. Так что оно не только идет параллельно, но и разбивается на разные полосы, которые сжимаются по отдельности, а затем мы можем просто поместить его под дорожку. Я начну с этого, а потом включу и выключу его несколько раз, чтобы ты мог видеть, что он добавляет. Он добавляет довольно много энергии, меняет общую тональность таким образом, что мне действительно нравится как бы открывать мир, трек. Но это также увеличивает нашу среднюю громкость без увеличения нашего пикового уровня. Так было и раньше. У нас сейчас показатель 9,4 балла. А что будет потом, если мы включим это в программу?
9,2 балла. Так что это не такая уж большая разница. Смеется 0,2 балла. Но это здорово, потому что это увеличивает воспринимаемую громкость. И меняет динамику и тон ведущего таким образом, который мне действительно нравится, не съедая при этом никакого запаса мощности и не повышая наш пиковый уровень. Хорошо, номер 4 — это снижение уровня шума на низком уровне. И когда я говорю это, я не имею в виду добавление фильтра высоких частот, и это, по-видимому, действительно распространенный метод. Иногда это может помочь. Это полностью зависит от контекста, но не обязательно хорошая идея просто добавлять действительно агрессивный фильтр высоких частот к каждому мастеру в 20 Гц вот так. От этого мало что будет толку. Во всяком случае, это просто приведет к возникновению проблем с фазой, связанных с действительно агрессивной фильтрацией. Есть некоторые ситуации, в которых это может помочь. Если ты работаешь с рок-треком и там есть проблемы, ты хочешь уменьшить их, и это возможно. Но то, о чем я здесь говорю, это всего лишь общее снижение уровня низких частот. Так что, например, если мы добавим к этому треку нижнюю полку и просто снизим этот уровень низких частот хотя бы на 1 дБ, это изменит общую частотную характеристику трека. И это приведет к увеличению воспринимаемой громкости звука. А кроме того, большая часть энергии часто исходит именно от этого низкого уровня, и та часть, в которую мы часто стараемся не добавлять искажений, особенно в современной музыке, заключается в наших восьмерках, наших сабвуферах, наших басовых синтезаторах и тому подобном. Часто бывает так, что там, где ты действительно пытаешься избежать искажений, или там, где я слушаю хорошо, когда я добавляю отсечения, когда я добавляю ограничения, добавляю ли я искажения или нет. Я часто сосредотачиваюсь на этом нижнем конце, потому что мы хотим, чтобы он был действительно чистым и плотным, а не начинал порвите с этим. Один из способов, знаете ли, помочь этому процессу, это хорошо. На самом деле, если мы немного снизим его, тогда мы сможем быть немного более агрессивными в наших ограничениях. Мы стали немного более агрессивными в отношении нашего отсечения, нашей насыщенности, всего того, что мы применяем для того, чтобы увеличить воспринимаемую громкость. Как правило, вещи просто звучат громче, если они работают на той же громкости, но с меньшим низким уровнем громкости. То это будет звучать громче, чем если бы они работали на той же громкости с большим низким уровнем громкости. А теперь давай просто проведем сравнение на уровне А и сосредоточимся на том, что на самом деле звучит громче, потому что здесь речь идет о воспринимаемой громкости. Существует почти две разные категории звуков. Существует своего рода объективная оценка громкости, которая заключается в том, чтобы посмотреть на наши счетчики и определить, каковы максимальные значения, каков истинный пик, каково среднеквадратичное значение и все в этом роде. А затем мы получаем воспринимаемую громкость, которая равна даже двум трекам, которые находятся на одних и тех же частотах или на одном и том же уровне. Кроме того, один из них может звучать для нас немного громче, потому что он, возможно, более насыщенный, и мы собираемся вернуться к этому через секунду. Или он стал ярче, или у него больше верхних средних частот. Это совершенно другая категория, которая относится к воспринимаемой громкости. Так что здесь мы не будем так сильно заострять внимание на инструментах. На самом деле мы просто воспользуемся нашими ушами, послушаем, сравним и посмотрим, хорошо ли это звучит громче до или после. Так что вот это без звука, а вот это с ним. Так что это очень тонко, и я надеюсь, что ты сможешь услышать это благодаря сжатию на YouTube. Но так оно и есть. Для меня это звучит громче с таким низким уровнем звука. Так что это важный прием. Но, как правило, важно помнить о том, что воспринимаемая громкость отличается, и то, как вы формируете трек. Особенно то, как вы используете эквалайзер и насыщенность, будет оказывать влияние на воспринимаемую громкость трека. И это подводит меня к пятому пункту, который заключается в том, чтобы быть осторожным с насыщенностью. Потому что, опять же, если цель состоит в том, чтобы увеличить громкость без добавления искажений и сделать это предельно прозрачным способом без ущерба для динамического диапазона. Ну что же, один из самых быстрых способов добавить искажения — это буквально добавить искажения. Итак, во-первых, что же такое насыщение? Это своего рода комбинация некоторого мягкого сжатия колена и некоторого искажения. Так что очевидно, что когда мы используем слово «искажение», иногда мы подразумеваем его в негативном значении, например, громкость без искажений. Или мы можем подразумевать это в приятном смысле, как искаженная гитара или аналоговая насыщенность. А что касается аналогового оборудования, то причина, по которой оно так хорошо звучит, причина, по которой мы любим аналоговые компрессоры и все такое прочее, заключается в том, что они добавляют насыщенности, добавляют искажений, но это действительно приятно для наших ушей. Когда дело доходит до мастеринга, если нам нужна громкость, тебе действительно нужно быть осторожным с этим, потому что если тебе нужен действительно чистый низкий уровень, и ты микшируешь поп, хип-хоп, что-то в этом роде, EDM, то тебе, вероятно, не понадобится никакой насыщенности в процессе мастеринга. И если ты это сделаешь, я бы настоятельно рекомендовал использовать такой инструмент, как Saturn, где можно использовать несколько диапазонов.
диапазонов. И мы действительно можем оставить частоту низких частот до 530, вот как я настроил ее на этом треке. А потом мы сможем насытить верхний конец водой. Здесь я сделал все, что было выше 530, с теплым магнитофонным звуком. Так что мы все еще можем сравнить это и использовать насыщенность, но ты просто должен быть очень осторожен. Так что сначала давай проведем демонстрацию, а затем я хочу поговорить о том, как это влияет на динамический диапазон. Так что давайте обойдемся без этого. А если вы этого не слышите, сосредоточьтесь на контенте верхнего среднего диапазона. Например, все эти звуки не совсем похожи на хлопки, но эти ударные элементы в барабанах начинают звучать немного громче. И мы также можем слышать на этом основном что-то вроде синтезаторной линии, которая начинает потихоньку обрываться. И опять же, это увеличивает воспринимаемую громкость, потому что мы захватываем тот контент верхнего среднего диапазона, к которому наши уши действительно чувствительны, поэтому он звучит громче. Но на самом деле мы увеличиваем динамический диапазон. И это еще одна причина, по которой нужно быть осторожным с насыщенностью изображения. Опять же, многие люди говорят об идее использования насыщенности для того, чтобы отсечь некоторые переходные процессы, округлить звук, как бы сжать его. И хотя это действительно так, это будет далеко не так эффективно, как обрезка. И часто я нахожу, что с помощью некоторых инструментов, таких как FabFilter Saturn, мы действительно увеличиваем динамический диапазон. И мы можем довольно легко измерить это, если я перенесу замер сразу после Сатурна, и мы сделаем то же самое, что и раньше. Давай обойдемся без насыщения, и мы получим истинный пиковый уровень и люфы. Итак, 8,4 балла, 18,9 балла. А теперь давайте рассмотрим это подробнее. Хорошо, итак, мы перешли от 8,4 балла к 8,4 балла. 5,9 балла находится на истинном пике. Вот и все. 8,4 балла. Плюс 5,9 балла, разница в 2,5 балла. Таким образом, мы немного продвинулись вперед, добавив сюда немного громкости и подняв этот истинно-пиковый уровень. Таким образом, мы поднялись на 2,5 пункта с точки зрения пика, а затем поднялись с 18,9 до 17,6 слева. Таким образом, 18,9 плюс 17,61 и 1,3 — это почти 1,5 балла. Таким образом, мы добавили 2,5 дюйма B к нашему пиковому значению, но добавили только 1,5 балла к нашему среднему уровню люфтов. Это просто то, о чем нужно знать. Да, бывают ситуации, когда добавление насыщенности может привести к уменьшению динамического диапазона. Часто это не имеет никакого значения, и вы просто меняете воспринимаемую громкость. А иногда действительно увеличиваете динамический диапазон в зависимости от того, как работает плагин. Опять же, по некоторым из тех же причин, сжатие действительно может увеличить динамический диапазон. Так что, подводя итог, просто будьте осторожны с насыщенностью. Как правило, если вы работаете над рок-музыкой или чем-то более акустическим, вы определенно можете просто насытить весь микс, и это будет звучать великолепно. Даже если это не приведет к увеличению громкости, все равно звучит великолепно. Так что это все равно стоит сделать. Но если ты работаешь с современными вещами, хип-хопом, поп-музыкой, чем-нибудь в этом роде, EDM, где тебе нужен действительно чистый низкий уровень, ты определенно не захочешь насыщать весь звук, дело в том, что скоро этот низкий уровень начнет разрушаться. И вы можете использовать такой инструмент, как Saturn, чтобы убедиться, что вы оставляете низкий уровень чистым и насыщаете только верхний уровень. Но это вовсе не означает, что громкость звука обязательно увеличится. Это скорее инструмент для формирования тона. Так что просто нужно быть начеку. Хорошо, перейдем к теме насыщенности. А теперь перейдем к шестому пункту, использованию надувного устройства Sonnox. А это еще один инструмент, с помощью которого нас больше волнует воспринимаемая громкость. Это вовсе не то, что обязательно приведет к увеличению запаса мощности в децибелах и уменьшению динамического диапазона, или к снижению этих пиковых значений, или к чему-то подобному. Это скорее инструмент, который просто придаст нам воспринимаемую громкость звука. Вот что я собираюсь сделать. Я вставлю вот это прямо перед нашим измерителем, чтобы мы снова могли объективно взглянуть на то, как это меняет уровень. И прежде чем я объясню, для чего это нужно и как это работает, я просто воспроизведу тебе это и продемонстрирую, чтобы ты мог просто это услышать.
Еще раз повторяю, я собираюсь включить любую мою следующую динамическую обработку, чтобы я мог убедиться, что мы не захлопнем это, когда я увеличиваете и уменьшаете выигрыш, получаемый в результате этого. Таким образом, теперь у нас есть комбинация измерителя карты, но кроме того, я могу быть уверен, что мы не захлопнем этот многополосный ограничитель сильнее, чем это уже происходит. Мы добавили еще один ограничитель. Коэффициент усиления уменьшился на 0,7 дюйма B, так что мы хотим добавить это к тому, что у нас уже есть здесь. Так что получается 2,1. Опять же математика. Продюсирование, микширование и все остальные этапы требуют гораздо больше математических знаний, чем ты думаешь. Хорошо, так что сейчас все выглядит довольно логично. А теперь давай проведем краткий анализ. Итак, еще раз повторяю, это увеличивает воспринимаемую громкость звука. Это очень волнующе, что звук в верхнем и среднем диапазоне становится немного громче. От этого он просто звучит более динамично. А теперь давай посмотрим, что из этого получится с помощью картографа. Так что давай обойдемся без этого. Примерно от 5,9 до 17,6, а затем с этим. Так что мы все еще находимся на отметке 5,9, но сейчас у нас 17,1. Так что мы купили значение этого люфта, которое является своего рода средней громкостью. Так что в отличие от ограничителя или клипера, где мы отключаем переходные процессы, а затем включаем все это на полную мощность с помощью инфлятора. Один из способов представить это так. На самом деле мы выводим информацию на более низкий уровень и таким образом увеличиваем воспринимаемую громкость. Хорошо, итак, теперь мы знаем, как это звучит. Мы знаем результат, но что же это дает на самом деле? В чем же заключается? Сам процесс. Это почти похоже на девятое чудо света, потому что я не думаю, что кто-то действительно понимает, как работает инфлятор. Мне это объясняли разные люди из компании Sonnox, и каждый раз я понимаю это по-разному. Так что я до сих пор пытаюсь разобраться в этом уме. На их веб-сайте написано, что это уникальный и мощный плагин для увеличения громкости без ущерба для качества звука или динамического диапазона. Я думаю, что лучше просто сосредоточиться на результате. На самом деле он занимается тем, что играет с образцами и выясняет взаимосвязь между образцами. И если ты посмотришь на руководство, то одна из первых вещей, о которой там говорится, заключается в том, что процесс раздувания функционирует путем изменения относительной вероятности образцов в программном материале таким образом, чтобы было больше вероятность получения больших значений по сравнению с исходным сигналом. Насколько я понимаю, это своего рода рандомизация простых выборок или же анализ более громких выборок и их увеличение. В этом смысле это эффективно увеличивает динамический диапазон. Благодаря этому звук становится еще громче. Но на самом деле ты видел, что при этом уменьшились пики громкости, что-то жалось, и мы были на том же самом пике, но мы подняли это низкоуровневую детализацию. Да, я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности. Я все еще развиваю свое понимание того, как это работает. Но ребята из Sonnox просто невероятны, и это невероятный плагин. Так что я настоятельно рекомендую тебе ознакомиться с ним. Это просто потрясающе. Это своего рода волшебная шкатулка. Я не совсем уверен в том, как она работает, но если тебе нужна громкость, и ты хочешь, чтобы она была несколько незаметной, то это здорово. Единственное, с чем тебе нужно быть осторожным, это с тем, чтобы начать вводить больше насыщенности. Это во многих отношениях очень полезный инструмент для насыщения. Если тебе нужна громкость без искажений, тогда просто будь осторожен и используй нижний конец этой кривой, а не верхний, и просто убедитесь, что вы немного отодвинули эффект назад. И просто снова сосредоточьтесь на этом нижнем конце, когда набираете этот номер. Сделай так, чтобы ты не услышал, как этот низкий уровень ломается. Если ты услышишь, как часть верхнего уровня насыщается, это нормально. В целом, как ты знаешь, это совсем не так уж плохо. Хорошо, мы уже приближаемся к цели. Номер 7 — это ограничение серийного номера. Так вот, за эти годы я несколько раз менял свое мнение по поводу ограничения серийного номера. Раньше я думал, что это здорово, потом начал думать, что это бессмысленно, а теперь я прошел полный круг и снова думаю, что это здорово. На днях я разговаривал по этому поводу с Николасом де Парселем. Он мастерил для Реди Ричи, Кендрика Ламара, он невероятный мастеринг-инженер, он большой сторонник этого подхода. И он помог мне понять, что на самом деле это намного важнее, чем я думал. И еще я хочу провести различие между последовательным ограничением с помощью одного и того же ограничителя и последовательным ограничением с большим количеством разных ограничителей. Допустим, вы просто загружаете что-то вроде FabFilter Pro L, переходите в современный режим, сокращаете базу данных игр, а затем загружаете другую ограничитель. И это те же самые
самые настройки. Вы уменьшаете коэффициент усиления на 1 дБ, устанавливаете другой ограничитель и как бы последовательно устанавливаете свои ограничители вот так. Лично я считаю, что разница в слышимости невелика, а если и есть, то она крайне мала. И из-за того, как работают эти ограничители, ты, по сути, просто делаешь одно и то же снова и снова. Так что в серийном производстве нет никакой реальной пользы, потому что это одно и то же время атаки и выпуска и все такое прочее. Когда вы смотрите на серийные ограничения с разными ограничителями, разными параметрами атаки и выпуска, разными стилями ограничения, все становится еще интереснее и немного сложнее. И когда вы подходите к последовательному ограничению таким образом и используете 3-4, может быть даже 5 ограничителей последовательно, все они немного отличаются друг от друга на протяжении всего процесса, каждый из них сокращает половину дюйма B, 1 дюйм B, может быть даже меньше. Может быть, это всего лишь 0,2. На некоторых самых громких пиках уровень шума составляет 0,3 дюйма B. Такого рода последовательное ограничение, при котором вы постоянно просто отключаете звук, действительно эффективно. И то, чего я хочу кратко коснуться в этом видео, это сочетание этой концепции с ограничением средней стороны, которое представляет собой форму ограничения, при которой вы ограничиваете средний сигнал по-разному по отношению к боковому сигналу. Ограничение по левому и правому каналам ограничено, так что опять же именно здесь ты просто отсоединяешь левый и правый каналы. Например, в Озоне у нас есть такая опция, позволяющая отсоединить или увеличить независимость левого и правого каналов. А кроме того, у нас есть многополосное ограничение. Например, новомодная функция Elevate, и это действительно круто. Это было действительно важно для этого мастера, потому что я изо всех сил пытался добавить ограничитель, который не мешал бы этому низкому уровню, особенно удару, и поддерживал бы переходный период удара. По мере того, как я добавлял ограничители, я терял контроль над переходным процессом. Это уже не так сильно било меня в грудь, и я не был доволен этим. Но то, что я нашел, это новомодная система повышения уровня, в которой можно разделиться на все эти разные группы, а затем ограничить их количество по отдельности. Здесь вы можете добавить дополнительное усиление на каждую полосу, но что на самом деле действительно помогло в этом случае, так это эта функция переходного процесса. И увеличение переходного процесса всего на 102 Гц и 218 Гц помогают мне действительно поддерживать удар при ударе, добавляя при этом снижение усиления на 1,6 дюйма B, что довольно много для одного ограничителя. И мы объединяем все эти разные подходы вместе, так что сначала нужно немного ограничить, это может быть просто стереоограничитель. Затем, возможно, вы выполняете еще пару процессов. Эквалайзер сжатия, а затем у вас есть свой многополосный ограничитель, а затем вы делаете немного больше. Затем я провожу параллельное сжатие, немного расширяю стереозвук, еще немного расширяю стереозвук, а затем у меня появляется еще один ограничитель. Так что ты просто каждый раз сокращаешь и комбинируешь эти разные стили ограничения, каждый раз снимая половину децибела. И в сочетании все это вместе создает более прозрачный способ уменьшить эти пики, чем просто нажать на один ограничитель и уменьшить игру на 3 дюйма B. Так вот, если у тебя нет целой кучи различных ограничителей, то все в порядке. Тебе вовсе не обязательно идти в магазин и покупать все это подряд. Даже сама идея о том, чтобы загрузить несколько экземпляров одного и того же ограничителя с разным временем атаки и высвобождения, не имеет смысла. Вы можете начать с одного ограничителя, который ловит только самые пики, и у вас действительно быстрая атака, например. Так что вы просто ловите пики и почти как будто режете их, снимая их так, как будто ты их подстригаешь. А еще у тебя может быть второй ограничитель, который имеет более медленную атаку. И на Pro L2 эта атака не обязательно будет атаковать так же, как работал бы компрессор, потому что у него есть две ступени. Это само по себе неплохое видео, но вы используете разное время атаки и выпуска, так что вы получаете немного разные параметры, огибающие для каждого из этих ограничителей. И именно тогда серийное ограничение начинает становиться более эффективным. Хорошо, а теперь перейдем к номеру 8. А затем я действительно выйду за дверь и покажу тебе пару вещей за дверью, которые ты можешь сделать, чтобы увеличить громкость действительно прозрачным способом. Но, во-первых, я хочу поговорить о сравнении AB и особенно о сопоставлении AB по объему. Для этого есть действительно отличный плагин под названием «Восприятие» с помощью измерительных штекеров, который принадлежит компании Иэна Шепарда. Я настоятельно рекомендую тебе пойти и проверить это на себе. Это действительно упрощает управление всей цепочкой подключаемых модулей. У вас есть один экземпляр в самом начале, который является исходным плагином, а затем у вас есть один экземпляр в самом конце, который является контроллером. И тогда это позволяет мне обойти всю эту цепочку и сопоставить объем так, чтобы я действительно могу слушать своего учителя, да и после этого. И моя цель, когда я занимаюсь мастерингом, состоит в том, чтобы сделать так, чтобы звук звучал лучше и соответствовал громкости одновременно с увеличением громкости. Сейчас многих людей волнует только громкость, и они готовы пожертвовать качеством, динамическим диапазоном или переходными процессами, или они готовы внести искажения в звук для того, чтобы увеличить громкость, потому что это может быть их целью. Но для меня цель состоит в том, чтобы сделать и то, и другое, и именно эту задачу я перед собой ставлю. Все в порядке. Могу ли я сделать так, чтобы это звучало лучше, и в то же время добраться до такого региона люфт -9, где это будет конкурентоспособно, но не слишком
слишком конкурентоспособно, но могу ли я сделать так, чтобы это звучало лучше и громче? Можно мне взять свой торт и съесть его по-настоящему? И то, как я это делаю, заключается в том, что я постоянно ем до и после еды. Давай так и сделаем. Давай послушаем этого мастера. Во-первых, мы собираемся нажать кнопку play. Сейчас начнется некоторая обработка в фоновом режиме. Хорошо, поиграв несколько секунд, ты сможешь восстановить равновесие. Сейчас я получу предупреждение о том, что громкость будет увеличена, но теперь нужно сбалансировать громкости той и другой вместе взятые. И теперь я могу воспроизводить эту музыку, могу обходить ее стороной, а могу и отключать. Так что, когда эта кнопка выделена, мы слушаем запись, да, а когда я снимаю эту кнопку, мы не находимся в режиме обхода, так что мы слушаем запись после. И вот что ты должен услышать, так это то, что даже несмотря на то, что мы увеличили громкость, уменьшили динамический диапазон, добавили довольно много ограничений, отсечек и кучу других вещей, звук все равно звучит лучше, когда он подобран по громкости. Так что для моих ушей, когда я отключаю передачу, микс становится шире, четче, у нас появляется больше глубины, больше четкости, и мы сохраняем множество переходных процессов. Я бы не сказал, что мы обязательно добавляем что-то с точки зрения переходных процессов, мы еще не сделали этого. Или что-то в этом роде, но мы сохранили это качество. И меня это вполне устраивает, потому что мы также добавили довольно большой объем звука. Это действительно очень-очень важно. Ты, конечно, можешь сделать это и без этого плагина, просто это будет немного сложнее. Так что я рекомендую тебе ознакомиться с ним. Если ты хочешь сделать это без него, тебе просто придется обойти все это и добавить плагин усиления в конце. И ты сможешь вроде, конечно, вручную сбалансируйте громкость, а затем просто обойдите их все одновременно, верните их обратно и как бы остановитесь таким образом. Но опять же, наша цель состоит в том, чтобы он звучал лучше даже при соответствующей громкости. Ради этих последних двух советов, я действительно собираюсь выйти из своей двери и зайти в аудиоредактор RX, который является еще одним невероятным инструментом. И есть два метода, которые я хочу тебе показать. Вот это даст вам запас хода и позволит увеличить громкость без добавления каких-либо искажений или чего-либо подобного. Позволь мне открыть более раннюю версию этого микса. Этот трек будет стоять под номером 9 в нашем списке «Проверка смены фаз». Во-первых, мы собираемся убедиться, что у нас открыта статистика формы сигнала. Так что если ты еще этого не видишь, просто нажмите здесь внизу на статистику формы сигнала, и это покажет нам наш истинный пиковый уровень слева и справа. Далее мы перейдем к следующей фазе. Сейчас перед нами откроется отдельное окно. Я собираюсь сделать предложение, а здесь мы проанализируем весь трек целиком и расскажем нам, как происходит наша смена фаз. По сути дела, вы можете рассматривать смену фаз как разницу между тем, что находится выше линии, и тем, что находится ниже линии. Так вот, здесь мы видим, что она опускается ниже линии, совсем немного больше, чем поднимается выше, и если мы проанализируем это, нажмите «Предложить». И это покажет нам, сообщили, что температура воздуха снизилась примерно на 10 градусов. Если мы нажмем кнопку «Рендеринг», то она слегка сдвинет изображение и обратится к этому повороту фазы, и мы сможем увидеть, что до и после просто слегка изменяют форму сигнала. А теперь, если мы вернемся ко всему треку и нажмем кнопку «Предложить», это подскажет нам, что мы отклонились примерно на 14 градусов. И вот тут-то и начнется самое интересное. Если мы посмотрим сейчас на нашу статистику формы сигнала, пик 14,36, минус 1503. Давай сделаем скриншот этого. Давай займемся рендерингом. Сейчас мы находимся на отметках 14,9 и 15,27. Так что если мы сделаем скриншот и этого, то откроем два наших скриншота. Таким образом, наш истинный пиковый уровень слева находится именно сейчас. Он на 0,6 дБ ниже, а справа находится примерно в этом же районе, на 0,2. Для нас это не так уж много. Мы прибавили не на целый децибел, но на 0,6 децибела слева, это на 0,6 дюйма больше запаса хода. Так что теперь мы можем увеличить общую громкость этого трека на 0,6 дюйма B, и это довольно много для нас значит. А теперь мы можем, по крайней мере, с левой стороны повысить уровень шума на 0,6 дюйма B. С правой стороны мы прибавили в росте на 0,24 дюйма B. Так что в целом мы можем только прибавить на 0,24 дюйма B, но по мере того, как мы перейдем к обработке слева направо и уравновесим эти два параметра, мы, вероятно, получим в общей сложности около половины запаса мощности на дюймов B. Так что на это уходит 2 секунды, и оно того стоит. Если у тебя еще нет программы iSetOpen RX, я настоятельно рекомендую тебе это сделать. Все эти модули, а также D-Clip и D-Tresk, невероятно полезны, особенно в контексте мастеринга. Так что я настоятельно рекомендую вам это сделать. А кроме того, здесь есть еще одна вещь, которая сейчас занимает 10 место в нашем списке, и она заключается в ручном просмотре и сокращении некоторых переходных процессов. Итак, здесь есть два подхода, два вида философии, когда дело доходит до улавливания самых громких переходных процессов во всем миксе. И если мы просто посмотрим на это, то, вероятно, увидим, что вот некоторые из самых громких пиков абсолютной громкости. Так вот, некоторые люди просто настроили бы ограничитель или клипер так, чтобы мы улавливали эти пики немного более агрессивно, и тогда мы могли бы как бы записать весь трек на один раз. В этом и заключается одна из философских идей. Другая философия заключается в том, чтобы вручную отключить эти функции, что отнимает немного больше времени, но оно того стоит. И вот что я обычно делал, так это делал это в качестве усиления клипа в двери, внутренней логике или любой другой двери, которую я использую. Я проходил через
через нее и просто либо усиливал клипсу, либо использовал автоматизацию громкости, просто вручную делал это таким образом. Но я видел, как Ник Делоренцо использовал этот трюк в одном из видеороликов. Настоятельно рекомендую тебе ознакомиться с его видеороликами, посвященными панорамному микшированию и мастерингу. А вот что он делает вместо этого, так это то, что он действительно делает это здесь, внутри Isotope RX. И вот что мы можем сделать. Если мы достаточно увеличим масштаб этих пиков, вы сможете начать видеть отдельные образцы, и мы сможем выбрать такой пик, как этот. И я покажу вам, как найти эти пики через 2 минуты, но вы можете добраться до этих образцов, и мы просто сможем провести обработку гораздо быстрее, чем в дверях. И мы можем оказать влияние всего на несколько образцов, если захотим, выбрав их, в то время как в дверях гораздо сложнее увеличить масштаб изображения настолько сильно. И я нахожу, что с помощью RX это просто быстрее и проще. Мы действительно можем выделить эти элементы, а если захотим отключить их, то откроем модуль усиления. Я обычно ставлю -2, что довольно агрессивно, но поскольку это всего лишь небольшое количество сэмплов, их не будет слышно. Так что мы можем просто сделать бум -2, и это приведет к снижению громкости. А если мы уменьшим масштаб изображения и прислушаемся к контексту, то на самом деле ничего не будет слышно. Так оно и было, и если мы это исправим, то ничего не будет слышно. Это такая короткая вспышка, что ты ее не заметишь, но на данный момент у нас есть запас хода, увеличился на 2 дюйма. Теперь самый простой способ определить, где находятся самые громкие пики, и именно поэтому я предпочитаю делать это в режиме RX, а не внутри дверь, через которую вам придется заглядывать вручную. Находится в том месте, где мы можем буквально просто нажать на эту маленькую кнопку, и она приведет нас к истинному пику. Или же мы могли бы нажать на пик образца, и он отобразится здесь. Так что тогда я буквально просто увеличу масштаб, возьму как бы весь фрагмент этой формы волны, примерно там, где она достигает максимума, нажму на рендеринг, и поехали. А затем, если я нажму на это, произойдет повторное сканирование, оно покажет мне следующий пик, и я могу просто захватить вот этот небольшой диапазон, сделать рендеринг, нажать кнопку выкл и получить следующий пик. Ты можешь просто пройтись по ним, продолжая хватать их, повторить этот процесс справа, чтобы затем мы могли начать нажимать на кнопку «Хорошо», а теперь давай поступим правильно. Давай достигнем истинного пика именно там. Хорошо, теперь мы находимся на правильном канале, который находится вот здесь внизу. Давай просто возьмем этот маленький фрагмент, сделаем рендеринг и так далее, и так далее, и так далее. И это займет у тебя -10 или около того, но позволь мне показать тебе, как сильно это меняет дело. К счастью, я сделал несколько скриншотов, когда первоначально обрабатывал этот мастер-файл и сделал это вручную. А слева вы можете видеть, что до того, как вручную набрать все пики, я был на отметке 14,9, а затем 15,71. Так что опять же, на левом канале мы набрали почти запас хода, составляет 1 дБ. На правом канале немного меньше, 0,5. Так что мы находимся где-то в районе этого значения. Мы получили запас мощности от 0,5 до 1 дБ, а это довольно много. Так что теперь наш утес не будет работать так усердно, наш ограничитель не будет работать так усердно. И опять же, это всего лишь еще один из тех маленьких шагов. Когда мы откалываем половину базы данных, которая накапливается с течением времени, чтобы дать нам чрезвычайно прозрачного, но в то же время громкого мастера. Хорошо, а теперь перейдем к 11-му бонусу, который заключается в том, чтобы начать думать об этом во время микширования и начать мыслить как марсианский инженер во время процесса микширования. И когда я микшировал это, я уже думал об этой конечной цели и добавлял вырезки на определенных каналах. Я вырезал некоторые фрагменты из групповых автобусов. Я использовал небольшие ограничения на некоторых отдельных каналах. Я обдумывал весь процесс в целом еще до того, как перешел к этапу мастеринга, и просто думал об этом гораздо более целостно. А это значит, что когда дело доходит до мастеринга, у меня уже есть микс с более низким динамическим диапазоном. И я сократил этот динамический диапазон таким образом, чтобы это намного более прозрачно, потому что вместо того, чтобы использовать грубую силу и делать это в целом, я делаю это по отдельным каналам или на групповых автобусах. А ведь ты начинаешь задумываться об управлении переходными процессами гораздо раньше, чем начинаешь этот процесс. Когда ты достигаешь уровня мастера, ты уже проделал некоторую часть работы и снова просто продолжаешь оттачивать ее. Все дело в этих маленьких движениях. Так вот, это одна из причин, по которой в рамках нашей годовой программы под названием Reverse Engineering мы обучаем всему этому в обратном порядке. Мы действительно учим людей осваивать первый уровень, потому что это дает им возможность увидеть конечную цель в перспективе. Они знают, к чему идут, могут перепроектировать процесс и мыслить гораздо более целостно. Вместо того, чтобы мыслить предельно разрозненно, я занимаюсь продюсированием, затем микшированием и мастерингом. Вместо этого они мыслят целостно. Они уже думают о том, как им овладеть этим материалом, даже пока они продюсируют его, и особенно во время микширования. Вот мой дополнительный совет. Начните думать об этом материале на ранней стадии процесса. Те же самые техники, особенно отсечения и ограничения, но на ваших индивидуальных каналах, на вокале, на басу, на барабанах. В любом месте, где это имеет смысл, чтобы получить действительно хороший прозрачный звук. Громкий трек. А теперь, если ты хочешь копнуть поглубже в процесс марша, я уже упоминал Николаса де Парсела в этом видео, и только что вышел эпизод нашего подкаста с ним, где Калеб берет у него интервью, и это действительно хорошее интервью. Первая половина во многом посвящена мировоззрению Ника, его путешествию и созданию собственного бизнеса, а затем вторая половина по-настоящему увлеклась травкой. Так что я настоятельно рекомендую тебе сходить и посмотреть на это. Ты должен увидеть это прямо сейчас на экране. Наслаждайся подкастом, и скоро мы снова увидимся.